знаю я, и, что очень важно, я отказываюсь от своих политических взглядов. Потому что у меня сформировались взгляды, у меня есть представление о том, что такое хорошо и что такое плохо в политических смыслах. Но эти взгляды мешают. Это своего рода цветное стекло. Вот я хочу его убрать. Я читаю историю России от самых истоков, я рассматриваю источники, я рассматриваю интерпретации, я читаю изложения других историков, и я стараюсь для себя честно понять, что в этом мифе, а что правда, как мне кажется. Если я сомневаюсь, я честно пишу, вот я не уверен в этом не уверен, в этом не уверен. А скорее всего, наверное, было так, но не могу в этом получиться. И я ухожу в историю от оценок в тексте, я стараюсь излагать факты, а свои оценки я выношу в заключительную главу. Не хочешь, не читай. В любом случае, у тебя к этому времени уже сложилось свое собственное представление о событии. Вот сейчас, пожалуй, дойдя до 17 века, мне люди начинают понимать, которые меня не учили в университете на лекциях по истории, которых я не читал в сочинениях историков. Вот. И я думаю, что когда я дойду до чувства 1917 года, может быть, мне станет совсем все понятно. Я всем про это расскажу. Не могу не задать дополнительного вопроса, поскольку вы начали говорить о том, что многое становится понятно. Но понятное дело, что мне что-то пересказывать абсолютно неправильно, но, может быть, вы назовете одно или два открытия, которые поразили вас больше всего в российской истории. Ну, я, например, понял, что мы живем в 6-м по счету российском государстве. Значит, очень коротко. То есть Третий Рим – это тоже 6-й? Это 6-й российская, 6-я модификация российского государства. Первая – это была домонгольская Русь. Вторая – это было государство с начала его централизации до его кризиса в смутное время, когда оно казалось несостоятельным, распалось неодолго. Третья модификация – это вот старая Московия до Петра. Четвертая – это вот казенная европеизированная по фасаду империя, просуществовавшая до 1917 года. Пятая – это Советский Союз. Шестая – это то, что существует с 1991 года и, видимо, окажется недолговечным. Потому что, видимо, мы все в скором времени увидим какую-то седьмую Россию. Какой он будет, я пока не знаю. Меня живо занимает этот вопрос, у меня есть свои пожелания, но уверенности нет. Вот, это первое. Второе. Значит, государство, в котором мы живем, россияне, его отсчет следует вести не от Вещего Олега и не от 9 века, его надо вести от середины 15 века. Основателем этого государства, меня никто в университете этому не учил, является Иван III, самая крупная и значимая фигура в российской истории. Этот человек создал тот фундамент, на котором до сих пор существует наше государство, многократно перестраивавшееся, но не изменившее своей изначальной сути, своего контура. Вот. Я на эту тему могу говорить долго, поэтому я здесь остановлюсь.